Расследование уголовного дела в отношении мэрии продолжается. Напомним, Следственный комитет возбудил производство по статье 293 УК РФ «Халатность» по факту нападения безнадзорных собак на 9-летнего мальчика в начале ноября. Ребенок до сих пор проходит лечение в столичной клинике. Следователь выезжал к нему, чтобы получить показания. В мэрии и у подрядчика, выполнявшего отлов по муниципальному контракту, прошли обыски, изъяты документы и компьютерная техника. Решается вопрос о переквалификации статьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. От ее результатов будет ясно, какое наказание ждет виновных лиц. Частный вопрос также благодаря Следственному комитету рискует стать общественно значимым. Следователи отправили письмо в РИО губернатора с просьбой рассмотреть возможность решить проблему с отловом на законодательном уровне. В администрацию города Иваново внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Кроме того, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области перед руководством региона поставлен вопрос о нормативном регулировании в сфере отлова и содержания безнадзорных животных на уровне Ивановской области, о необходимости принятия закона, который бы регулировал содержание и отлов безнадзорных животных.